Всем привет! Сегодня с вами свяжем вот такую косулю, косуля олень. Я оставлю в описании под этим видео ссылочку на этот канал, где я увидела этого оленя. Вы можете зайти на страничку этой вязальщицы и посмотреть, какие она вяжет игрушки. Я думаю, ей будет приятно. Я надеюсь, она не будет не против, что я взяла ее видеоурок и постаралась связать такого же оленя, но только на русском языке, чтобы те, кто ее не смог понять, если есть такие вязальщицы, которые не смогли понять, смогли связать его вместе со мной. Спасибо ей за этот видеоурок. Все, что нужно для этого оленя, я оставлю в описании под этим видео. Начинаем мы вязать с передних лапок. Так, берем цвет копыт и в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко, второй ряд провязываем 6 прибавок подряд. Третий ряд, столбики прибавка повторяем 6 раз. И в третьем ряду у нас 18 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка повторяем 6 раз. И в ряду у нас 24 столбика. Пятый ряд вяжем так. Заводим крючок сзади. Захватываем ножку первого столбика. Ножку. И провязываем столбик без накида. Еще раз. Заводим крючок сзади. Захватываем ножку следующего столбика. И провязываем столбик без накида. Так у нас будет вязаться пятый ряд. Вводим крючок сзади, захватили ножку, провязали. Вот. Вводим крючок, выводим через следующую, получается, и захватываем ножку. И так мы провязываем 24 столбика. Следующих 3 ряда, это 6, 7 и 8, мы вяжем без изменений 24 столбика. Последний столбик 8 ряда, не довязывая до конца, вводим основной цвет. Этим цветом заканчиваем последний столбик, довязываем. Теперь вяжем переходный такой столбик. За заднюю стеночку петли провязываем соединительный столбик, придерживаем ниточку, чтобы она у нас не убежала, когда натягиваем. И за обе стеночки петли мы провязываем первый полноценный столбик. Итак, 9 ряд новым цветом основным мы провязываем 24 столбика. Не забываем эти ниточки связать вместе, чтобы не распустилась. И вяжем 9 ряд без изменений 24 столбика. 10 ряд. 10 столбиков провязываем. Дальше убавка за передние стеночки петли. Дальше опять вяжем 10 столбиков. Я не буду произносить без накида, потому что вся игрушка у нас вяжется именно столбиками без накида. Буду просто проговаривать столбики слова.
Дальше вяжем прибавку и один столбик в конце. В 10 ряду у нас также осталось 24 столбика. 11 ряд. 9 столбиков. Теперь мы вяжем убавку из 3 столбиков. Значит, захватываем за переднюю стеночку петли. Раз, второй столбик и третий. И все петелечки, 3 вернее петелечки провязали вместе. Так у нас получилась убавка из 3 столбиков. Дальше мы вяжем 10 столбиков. Теперь мы провязываем 3 столбика в одну петлю. 1, 2, 3. И провязываем последний столбик. В конце у нас остался 1 столбик. И опять же в 11 ряду у нас также осталось 24 столбика. 12 ряд. Вяжем 8 столбиков. Также делаем убавку из 3 столбиков. 1. Захватили за вторую переднюю стеночку и за третью. И провязываем убавку. Далее вяжем 10 столбиков. Теперь мы вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, следующий столбик, вторая прибавка и один столбик в конце. Значит, в 12 ряду у нас также осталось 24 столбика. Теперь 13 ряд мы провяжем без изменений 24 столбика. 14 ряд. Вяжем 3 столбика. 3. Убавка за передние стеночки петли. Дальше провязываем 8 столбиков. Дальше опять убавка. И вяжем до конца оставшиеся 9 столбиков. В 14 ряду у нас 22 столбика. Теперь 15 ряд вяжем. 15 ряд вяжем без изменений 22 столбика. 16 ряд вяжем 18 столбиков. Дальше вяжем убавку из 3 столбиков. За переднюю стеночку петли захватили первый столбик, второй и третий. И провязали убавку. И один столбик у нас остался в конце. В 16 ряду у нас 20 столбиков. На этом этапе можно вставить кружочки, которые мы вырезаем из пластика. Желательно пластика, картон не советую, вдруг намокнет и испортится. Вот, поэтому 3, диаметр 3 сантиметра, отмерьте и вырежите круг. И вставляем его на этом этапе, потому что дальше уже будет его неудобно вставлять. И можно постепенно наполнять ножку. Наполняйте ножку очень плотно. Игрушку мы будем всю наполнять плотно. Она у нас должна быть такой прямо аж крепкой, деревянной, как будто бы. Так как она у нас должна стоять, и не вот эти части, если плохо мы набьем, например, она просто будет гнуться, гнуться со временем и совсем уже станет дряблой. Игрушка большая, тяжелая, и поэтому наполнять надо ее плотно. У меня синдип, он пришел такой, знаете, когда его мнешь, он как будто оставляет форму, не расходится. Бывает такой пушистый, его сложно забивать игрушку, она как бы вылазит. Этот наполнитель вылазит и сложно. А вот этот вот удачный попался мне синтепон. Я когда вот так вот вставляю его, потом ножничками как бы вбиваю его туда, и он плотненько создает форму, как надо.
продолжаем вязать. Значит, с 17 по 26 ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков. Это у нас будет 10 рядов. Итак, когда будете наполнять, уделите внимание вот этому выступу. Это такая пяточка, я так понимаю, у животного. Вот сюда хорошо наполните, чтобы она форму приобрела. Дальше. 27 ряд. Провязываем столбик и прибавка. Повторяем 10 раз. Столбик, прибавка. Столбик, прибавка. Повторяем 10 раз. В ряду будет 27, 30 столбиков. 28 и 29 ряд мы вяжем без изменений 30 столбиков. 30 ряд. Столбики, убавка, повторяем 10 раз. Убавка за передние стеночки петли. И в ряду у нас останется 20 столбиков. 31 и 32 ряд вяжем без изменений 20 столбиков. 33 ряд вяжем 19 столбиков. И в конце делаем прибавку. И прибавка в конце. В 33 ряду 21 столбик. 34 ряд вяжем без изменений. 21 столбик. Тридцать пятый ряд 20 столбиков вяжем и в конце прибавка. В 35 ряду 22 столбика. 36 ряд вяжем без изменений 22 столбика. 37 ряд провязываем 21 столбик. И в конце вяжем прибавку. И в ряду 23 столбика. 38 ряд вяжем без изменений 23 столбика. 39 ряд 22 столбика провязываем и в конце прибавка. 24 столбика в итоге получается. И 40 ряд последний мы вяжем без изменений 24 столбика. Делаем соединительный столбик. Я делаю соединительный столбик с последним столбиком. Его не провязываю, а в него провязываю соединительный столбик. И ниточку отрезаю. Наполняем ножку плотно. И вяжем аналогично вторую ножку. Вяжем заднюю лапку. Заднюю лапку вяжем, как и переднюю, до 16 ряда. Я напишу здесь схемку, чтобы вам не возвращаться назад. И продолжаем дальше вязать. С 17 по 20 ряд мы провяжем без изменений 20 столбиков, которые получились в 16 ряду. То есть вяжем 4 ряда без изменений. 21 ряд, 7 столбиков. 1 убавка. Дальше 9 столбиков вяжем. 1 прибавка. И 1 столбик в конце. В 21 ряду у нас 20 столбиков. Так и осталось. 22 ряд вяжем без изменений. 20 столбиков. 23 ряд вяжем так же, как мы вязали 21. Вяжем 7 столбиков. Убавка.
за передние стеночки петли. Дальше 9 столбиков. Прибавка. И один столбик у нас в конце. В 23 ряду также 20 столбиков. В 24 ряд вяжем 17 столбиков. Две прибавки подряд. И один столбик в конце. В 24 ряду 22 столбика. Далее 25 ряд вяжем 18 столбиков. Дальше прибавка, столбик, повторим два раза, это первый раз, и прибавка, столбик, второй раз. В 25 ряду 24 столбика. 26 ряд. Провязываем 17 столбиков. Дальше вяжем 3 убавки подряд за передние стенки петли. Первая убавка. Вторая. И третья. И в конце у нас один столбик. Провязываем его. В 26 ряду у нас 21 столбик. 27 ряд. Вяжем 6 столбиков. Три прибавки подряд. Первая прибавка. Вторая. Третья. И 12 столбиков у нас остается, довязываем до конца ряда. В 27 у нас 24 столбика. 28 ряд вяжем опять 6 столбиков. Дальше вяжем столбик и прибавка, повторяем 3 раза. Прибавка 1, столбик, прибавка 2. Столбик, прибавка 3. И 12 столбиков остается, которые довязаны до конца ряда. В 28 ряду 27 столбиков. 29 ряд вяжем без изменений 27 столбиков. И наполняем по ходу вязания ножку. В 30 ряд вяжем 6 столбиков. Дальше 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, прибавка. Второй раз прибавка. И 1, 2, третий раз прибавка. Дальше вяжем 9 столбиков. Прибавка и 2 столбика довязываем до конца ряда. В 30 ряду у нас 31 столбик. 31, 32 и 33 ряд мы провяжем без изменений 31 столбик. Это у нас 3 ряда. 34 ряд, 6 столбиков. 2. 4, 5,
6. Дальше вяжем 3 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. 1, 2, 3, прибавка. Дальше вяжем 11 столбиков. Вяжем прибавку и последний столбик провязываем. В 34 ряду у нас 35 столбиков. С 35 по 40 ряд мы провяжем без изменений 35 столбиков. Это у нас 6 рядов. 6 рядов вяжем без изменений. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Наполняем ножку плотно и вяжем вторую аналогично. Это у нас задние ножки. Вяжем хвостик. Хвостик у нас двойной, основным цветом и белым. Свяжем сначала основным цветом, цветом тела. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Три, четыре, пять, шесть. Стягиваем колечко. Второй ряд. Вяжем 6 столбиков. Выворачиваем изделие и продолжаем вязать третий ряд. 6 прибавок подряд. Четвертый ряд вяжем 12 столбиков, которые получились у нас в третьем ряду. Пятый ряд. Столбики прибавка, повторяем 6 раз. И в ряду 18 столбиков. Шестой ряд вяжем без изменений 18 столбиков. Седьмой ряд, 2 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 24 столбика. Восьмой ряд вяжем без изменений, 24 столбика. Девятый ряд, 3 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз. И в ряду у нас 30 столбиков. Десятый ряд вяжем без изменений 30 столбиков. Затем 11 ряд 4 столбика и прибавка. Повторяем 6 раз и в ряду 36 столбиков. 12 ряд вяжем без изменений 36 столбиков. 13 ряд вяжем 4 столбика и убавка. Повторяем 6 раз и в ряду останется 30 столбиков. 4 столбика, убавка за передние стеночки петли. С 14 по 19 ряд вяжем без изменений 30 столбиков. Это 6 рядов. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку, оставляем для пришивания. Побольше, так как мы будем вместе вот так вот еще и сшивать, поэтому оставляйте побольше. Из белой пряжи мы вяжем до 10 ряда все то же самое. Вот провязали до 10 ряда. В 10 ряду 30 столбиков.
Значит, 9 ряд у нас было 3 столбика и прибавка, 10 ряд 30 столбиков. Теперь мы вяжем 3 столбика и убавка, это у нас 11 ряд. Убавка за передние стеночки петли, и в ряду у нас останется 24 столбика. Двенадцатый, тринадцатый и 14 ряд вяжем без изменений, 24 столбика. 3 ряда вяжем без изменений. И делаем соединительный столбик и ниточку отрезаем. На белой хвостике у нас ниточка будет короткая. Пришиваться мы будем только той ниточкой, которую оставили на основном цвете хвостика. Два хвостика, один больше, один меньше. Мы потом их вместе сошьем, когда уже будем собирать. Вот так вот. Дальше вяжем тело, начинаем вязать живота. Вот эта часть вяжется отдельно. Нижняя часть, значит, вяжем белым цветом. Берем белую пряжу и набираем цепочку из 21 петли. Теперь со второй петли от крючка мы по цепочке вяжем. По цепочке вяжем 20 столбиков. Вяжем за одну долечку. Не захватывайте серединку, беритесь только за долечку петли. Провязали воздушная петля подъема, поворот. Вот у нас воздушную петлю мы пропускаем и, начиная с первого столбика, опять вяжем 20 столбиков. И так мы будем вязать поворотными рядами, не забывая делать воздушные петли подъема. Провяжем так 18 рядов. Это у нас уже второй ряд. Вот, провязали воздушная петля подъема, поворот. И с первого столбика продолжаем вязать. Вот провязали мы 18 рядов. Можете ориентироваться на вот эти вот полосочки. Полосочки вот эти, это 2 ряда. Каждая полоска это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18. Ниточку мы не отрезаем. Мы будем привязывать этой ниточкой ножки. Итак, значит, смотрите, у нас вот 2 ряда, да? 17, 18. Мы будем привязывать к первому ряду сначала. Тут будет немножко вам может быть непонятно, но вы должны понимать, что нам надо привязать ножку именно вот сюда. Мы будем вводить крючок между столбиком одного, вот сквозь столбик, вернее, будем пропускать крючок. И сюда будем привязывать первый столбик. Второй у нас будет вот тут. То есть вот эти вот верхушки, вот их видно будет, вот эти дырочки, это верхушки, это каждый ряд. Вот вы можете их просчитать, у вас их должно быть таких вот 18 дырочек. Вот. И 18 приходится у нас на вот этот вот последний столбик. Поэтому нам надо в него привязать ножку. Вот. А для начала мы берем ножку и находим то место, где у нас была убавка из 3 столбиков. Это у нас будет серединка. Вот и складываем пополам, ориентируясь на нее, складываем пополам. И вот от серединки отсчитываем сюда, не сюда, а сюда. 3 столбика. 1, 2, 3. Отсчитали, и начиная с 4-го мы будем привязывать ножку, то есть поворачиваем потом ее сюда. Вот, запомните эту петлю. Вот. Итак. Берем нашу ниточку.
и будем привязывать. Оставляем так вот ниточку, эту петлю на крючке, вводим с этой стороны, вот где мы отсчитали, да, четвертый столбик находим, который мы отсчитали, именно в таком положении ножка должна быть, смотрите внимательно, и вводим крючок, как я объясняла, сквозь столбик первый. И провязываем первый столбик. Мы будем привязывать ножку шестью столбиками. Это первый столбик. Дальше следующий, второй. Вот находим дырочку нашу, это верхушка второго ряда сверху. Ввязываемся туда. Второй столбик. Третий опять находим. Их видно, вот дырочки, вот они. Три. Четыре. Пять. И шесть. Так мы привязали первую ножку. В таком виде она должна выглядеть у нас. Дальше по полотну мы провязываем 6 столбиков. Находим верхушки каждого ряда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Берем вторую переднюю ножку. Также складываем ее пополам. Вот это, ориентируйтесь именно сюда. Она немножечко, может, у нас ряды, видите, да, уходят в сторону. Поэтому ориентируйтесь на серединку. Вот, складываем пополам. Также отсчитываем от серединки. Раз, два, три. И четвертый столбик. Разворачиваем ножку. Будем вводить с этой стороны. Ниточку, чтобы не мешалось немножко туда. И продолжаем. Следующий уже. Тут мы уже провязали шестой по этому. По белому цвету. Теперь следующий столбик мы провязываем ножку. Раз. Дальше находим следующий столбик. Два. Три. Четыре. Пять. И шестой у нас будет в последний. Вот так вот мы привязали передние лапки. Дальше нам надо провязать 20 столбиков. Смотрите внимательно, так как мы провязали в последний, то это у нас будет первый с этой стороны. По цепочке. Вот тут вы уже выберите и провязывайте за серединку, хватайтесь и за долечку. Провязываем так 20 столбиков. Можете на всякий случай отсчитать и найти первый столбик, где он у вас начнется. Если вдруг будет немного непонятно, где тут первый столбик, вы можете отсчитать 20 столбиков, ориентируясь на последний ряд. Вот, на первый получается, да, по цепочке это первый будет ряд. И ориентируясь на него, находите первый столбик и провязываете 20 столбиков по цепочке. Провязали 20 столбиков, берем теперь заднюю ножку. Находим серединку.
Серединка уже тут будет у нас, ориентируемся мы больше на вот эту часть выпуклую, нежели на низ, потому что у нас она за счет того, что ряды уходили в сторону, у нас получается съехала немножечко серединка, поэтому ориентируемся на вот эту часть, находим серединку. Вот. И отсчитываем два столбика. Вот ножка на вас смотрит в таком положении с этой стороны сюда. Два столбика. Отсчитали. Раз, два. И уже с третьего мы начнем привязывать. То есть, вот ножка, чтобы было, может, более понятнее. Ножки у нас будут смотреть вот так, вперед. Отсчитываем именно в эту сторону два столбика. И начиная с этого, с третьего, мы будем привязывать сюда. Вот. Но, смотрите, мы провязали еще один дополнительный ряд, у нас добавился, да, когда мы провязали по полотну 20 столбиков, добавился один ряд. Вот, а нам надо привязать первый столбик, 18 ряд, поэтому мы находим, вот он, у нас будет этот 18 ряд, это вот новый ряд появился, а это 18 ряд. Вы можете отсчитать, опять же, и найти 18 ряд, и привязываем к нему первый столбик. И дальше продолжаем привязывать, как и предыдущие ножки, находим каждый ряд и привязываем 6 столбиками. Три, четыре, пять и шесть. Дальше по полотну мы вяжем 6 столбиков. Два, три, четыре. 4, 5 и 6. Вот так вот у нас привязалась ножка. Берем следующую ножку. Также находим серединку. И отсчитываем раз, два столбика. И в третий. Начиная с него, привязываем. То есть тут у нас так вот мы ставим, также с внутренней стороны, туда получается мы от серединки отсчитали. И начинаем привязывать 6 столбиками. Также. Раз. Два. Вот так. Пятый столбик. Вот, а шестой у нас будет на верхушку столбика придется как раз последний. Вот, провязали. Теперь делаем соединительные столбики, белую ниточку отрезаем, она нам тут не нужна. Вот так мы привязали ножки. В следующем видео продолжим с вами вязать.